Всем привет! Меня зовут Алексеев Семен, я артист ансамбля «Танц Сибири» имени Михаила Семеновича Гаденко. И сегодня в домашних условиях я вам расскажу о своих приемах, которые мне помогают при исполнении трюка «Бедуинский». Первое, о чем мы с вами поговорим, это препарасьон. Есть большое количество препарасьонов, но я всегда использую один. Независимо, большая площадка или же маленькая площадка. Его рабочее название – разгон за три шага. Второй и самый ключевой момент для меня – это мах рукой, плечо. Ведь чем сильнее я себя заброшу вдаль, тем быстрее и проще мне будет дальше делать этот трюк. Немаловажный пункт номер три – это крест в руках. Ваши руки должны быть сильные и напряженные, ведь от этого зависит качество и красота вашего трюка. Также не забывайте тут колени и стопы. Четвертое – это приземление после каждого бедуинского. Казалось бы, это проходящий момент, но для меня очень важно не совершать эти простые ошибки, такие как переступ ноги. Нужно сразу приземляться правильно на выворотную ногу. Также бывают моменты, когда люди приземляются на сухие ноги. У вас должно быть мягкое плие по второй позиции, которая перекатывается в следующий бедуинский. Надеюсь, вы воспользуетесь моими лайфхаками при исполнении данного трюка. Оставайтесь в форме, несмотря ни на что. Берегите себя и своих близких. Пока!